Всех приветствую, с вами канал Крабон Геймс, я продолжаю рубрику «Чудо-игры из чудо-стима». И у нас сегодня, друзья мои, Санкенленд. Игра довольно неплохо так обновилась, последний раз я в нее заходил где-то, ну, что-то в районе года назад, поэтому неплохо бы глянуть, что она из себя представляет, погнали. И вот я снова в воде. Так, ну погнали, стартовый остров, насколько я помню, у нас был вот там, да? Вон он, стартовый остров. Так, давай-ка быстренько, наверное, посмотрим, а что мы здесь можем взять из ресурсов, которые там, скорее всего, мы не найдем. Так, надо помнить, что здесь у нас большие проблемы с воздухом. Поэтому аккуратненько цепляем. Так, время вроде хватит нам пока что, да? Веселые подводные приключения у нас. Так, ну здесь вроде акул нет, поэтому по-хорошему... Ах, это я до конца не вдохнул, вот этот поворот. Один сплошной металлолом. Сейчас попробуем быстренько забраться в здание. Вроде никто нас не пытается здесь укусить. Поэтому можно что-то полезного и поискать, в общем-то. Так, ну это тоже металлолом. Диван мы пока не раскурочим. Это у нас что такое? Так, а это у нас чертежи теперь, да? Вот. Так, это раскалывать. Понимаю, здесь больше ничего нет. То есть теперь чертежи вот так, они на стенах висят. Слушай, ну это крайне, крайне интересно и забавно. Так, а в маленьком доме что-нибудь есть? Опа, рыбка плавает. Так, в трубу не заплыть. Здесь вроде, в общем-то, больше, наверное, брать нечего. Можно попробовать... А, вижу ящик. Быстренько наберем воздуха и за ящиком. Так, а мы это, кстати, обыскать тоже не можем. Вот этот поворот. Слушай, игра, по-моему, немножечко поменялась. Версия теперь у нас, насколько я понимаю, 2 какая-то, а не 1, как раньше было. Так что, в общем и целом, изменения должны быть довольно серьезные. Сейвы, к сожалению, несовместимы, поэтому придется заново, как говорится, начинать. Но проблемой, в общем-то, это не должно быть. Так, место минимум у нас уже. Так что надо... Это что такое? Компоненты. Нормально так. Но здесь у нас есть пара домиков, да, в которые мы могли бы еще быстренько ломануться. Надо сейчас посмотреть, сколько вообще у нас места осталось. Потому что, скорее всего, немного. Так, в гараж заплыть нельзя. А вон в тот дом можно. Наберем сейчас быстренько воздуха и погнали. Так, здоровья у меня немного, к сожалению. Так, а здесь без топора-то, в общем-то, делать-то и нечего. Так, ну, в развалинах здесь что-нибудь еще поищем. Что-нибудь из необычного. Ну вот плита, это обычно еда. Забираем. Ну, здесь опять, наверное, металла немерено будет. Так и есть. Так, ну чё, пока еще можем вполне себе. Можем себе позволить. Так, ну этим топориком мы тоже, конечно, что-то рубить можем. Что-то я не обратил внимания, что он у меня есть. Сейчас бы набрали всякого. Так, ну вот у нас еще избушка на курьих ножках не одна есть. Так что ломанемся, посмотрим, что здесь есть. Пока вроде воздуха хватает. Так, подняли дополнительно кожу еще. О, вон там вкусный ящик. Вон там, похоже, вкусный ящик. Быстренько продышимся, погнали. Мне кажется, что-то баланс немножечко по воздуху. Воздуха, мне кажется, больше стало. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Так, ну вот, в общем-то, и все. Больше по-хорошему мы здесь ничего не возьмем. Такс. Ну вот, теперь можно смело плыть на остров. Потом сюда вернемся. Здесь еще парочка домов. В принципе, здесь есть чего еще взять.
100%. Единственное, у нас нечего тут, как говорится, надеть. Ну вот теперь штаны надели, уже неплохо. Так, декоративный немножечко. Угу. Ну, в принципе, нормально. В принципе, пока я вижу, что относительно нормально все. Да, здесь достаточно много еще чего есть. Так, стекло у нас есть. Нормалечек. Так, вон еще механические детали у нас здесь. Или они как это тут? Не механические, а компоненты. Но тем не менее, они нам нужны, и они здесь есть. Так, а еда есть еще какая-нибудь? А то что-то еды-то у нас на самом деле мало довольно. Так. Ладненько, всплываем. Надо пойти сделать ласты, что-то в этом духе. И аккуратненько надо пробовать занять остров. Наш базовый, стартовый. И вокруг надо будет тоже поплавать, посмотреть, что еще есть. Здесь, скорее всего, тоже много чего есть. Пока ночь не наступила, неплохо бы этим делом заняться. Обнаружено новое место, остров. Ну вот, собственно говоря, наше стартовое место нашего появления. Теперь мы будем жить здесь. Здесь немного дерева. Так, ну и чё? Шёл третий день. Силы кончились. Силы оставили персонажа. Так, каменный топор. Урон 5. Недостаточно, что ли? Металлический надо делать. Как-то деревце отказывается нам подчиняться. Ну ладно, пока так как-то. Дерево отказалось рубиться. Ну что ж поделаешь, ладно. Так, там у нас какая-то пристань. Здесь тоже что-то есть. О, чертеж вижу. Давай-ка, в общем-то, зайдем, глянем. Так, здесь у нас чего есть? Так, а здесь у нас есть вообще всякое, если что. Единственное, положить некуда. Ну, по-хорошему, ладно, сейчас большую часть-то пристроим куда-нибудь. Так, все, ладно, все сложили в кармашки. Это уже неплохо. Так, помидорки, немножечко деревьев и прочее полезное всякое. У нас тут валяются грибочки. Короче, растительности много, ну, как стандартно. Все вроде, в принципе, как было. Так, ну что? Надо что-то построить уже в конце концов, да? Я так смотрю, тут сильно расширили с этим делом все. Значит, у нас что? В первую очередь, надо, наверное, какую-нибудь еду себе, что ли, сделать. Так, у нас стол исследований, у нас ящики, у нас строительство здесь всякое. Хорошо, лодку мы пока не можем построить. Костер создать вполне себе можем. Так, ну мне, наверное, нужны платформы, я думаю. Мы, наверное, потихонечку сразу же, наверное, отправимся. Так, а мы как-то поглубже по... не можем построить, да? Так, ну поворачивать я, наверное, не буду. Что тут мы еще можем? Можем построить? Ну, давай. Потихонечку будем выходить в море. Здесь как-то потихонечку развиваться, судя по всему. Так, ну пошли пробовать рубить деревья, которые не подчиняются нам. Ну, ладно, полчаса, и мы справились благополучно. Так, наживки для рыбалки. А, у нас места нет. Ну, ладно. Значит, пока тогда... Так, подожди, а я чертеж так и не собрал, кстати. Может, там что полезное лежит. Я что-то на него посмотрел и пошел себе спокойно. Так, значит, ладно. Цель обнаружить чертежи. Я вас услышал. Так, а в палатке мы жить не можем, да? Очень жаль. Так, кустик сломать в состоянии? Что-то, по-моему, разработчиком немножко переборщил с прочностью кустов. У меня есть такое подозрение. Притом прочность, знаете, такая эпических масштабов вообще, если что.
Так, давай-ка мы возьмем семена. И сразу, наверное, надо их сажать. Я, как бы, сложно мне сказать по этому поводу. Так, значит, на восьмерочку. Перекусим немножечко ягодками. Так, семена клубники. Это он выковыривал, да, все это время? Молодец. Так, быстренько состакаем все. Явно нам надо что-то еще. Нам надо больше дерева, мира дерева. Срочно продолжим рубить. Надо подлечиться, конечно, но прям, я говорю, рубка деревьев что-то очень-очень долгая. Деревья, видимо, сверхпрочные у нас здесь. Титановые деревья. Ты такой, боже мой, как я буду выживать? Непонятно. Так, из брони у нас есть только по мелочи. Значит, мы как-то подлечиться-то в состоянии. Ну, травяное лекарство у нас одно. Ну, давай, ладно. Немножко подлечимся, пусть будет так. Давай, 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 деревце, мы победим тебя, я верю. Так, ну ладно, потихонечку, значит, будем строить себе здесь нечто напоминающее базу. Что такое? Наживка, червячки. Рыбалка здесь, насколько я помню, довольно прибыльное мероприятие. Так, значит, продолжим. Продолжим нашу эпическую стройку. Нам надо маленько расширить наш этот... жизненное пространство. Так, ну, на первое время хватит. Так, дальше давай смотреть. Нам надо уже что-нибудь такое построить интересное. Готовить сырую пищу для обитателей. Так, преобразует морскую воду в пресную. Так, нам надо и то, и другое построить. Это прям базовые ресурсы. Значит, надо прям с этого начать по-любому. Ну, пошли. Кус мы вроде побеждаем чуточку быстрее. Мне так показалось, по крайней мере. Чё-то ХП у деревьев слишком большое. Ну ладно. Задумку автора примем. Так, вроде нормально все. Так, где-то еще палки валяются, потому что нам надо много. Где-то они здесь просто рандомно выпадают, короче. Ладно. Учтем. Так, а мы можем... А, нет, там надо же особую этот, я понял, да. Сам подумал, сам придумал, короче, все в порядке. Так, ну что, значит, начнем с самого простого. Здесь нам понадобится построить еще один. Вот тут, наверное, поставим его. Да. Вот так, наверное, пока что сделаем. И вот здесь бахнем опреснитель наш первый. Ах ты, не хватает, да? Ну ладно. Значит, а гриль нам здесь, в общем-то, не нужен, если что. Гриль мы, наверное, прямо здесь. А хотя, подожди, давай сначала очиститель все-таки поставим. Сначала нам надо решить проблему с очистителем, скорее всего. Очередной куст. Так, ну этого явно мало. Деревца, мы тебя победим. Может быть, завтра. Я не уверен. Так, ну падает с них достаточно много. Слушай, крабов надо же тоже. На них, насколько я помню, можно было охотиться, их можно было есть. Так, выносливость восстанавливается очень медленно. Просто фантастически. Она сейчас ящики будет себе сделать. Так, топор стоит... Ага, то есть надо предыдущий топор плюс веревка. Получается грубый топор. Понимаю. Крабик кушает клубничку, судя по всему. Не сметь составлять нам конкуренцию, клубничка наша. Так, все, значит, быстренько бахаем опреснитель. Без него мы здесь долго не протянем сразу. Это прям очевидно. И он должен где-то рядом с водой быть. Ну, где-то вот тут, наверное, его и поставим, в общем-то, да? Есть, значит, опреснитель у нас имеется. А, я не той стороной его поставил, а я молодец. Ну да ладно. Надо быть чуточку внимательнее. Значит, так, это мы поставим вот здесь пока что, да? Так, что еще мы можем сделать? Посадить ящик для дерева, наверное, самое оно, я думаю, да? Так, стол исследователя, надо воды набрать, и этого надо набрать, хорошо.
Значит, без стола исследователя нам здесь ничего не светит. Значит, у нас есть два варианта. Хороший, простой и радостный. Выбираем хороший и простой. Значит, так, нам надо скрафтить... А, веревка у нас еще делалась. Так, мешки. Это все прекрасно. Так, нам бы мешочек бы сделать, но опять же мы упираемся в веревку. Веревка делается из ткани. То есть попадос. Ладно. Значит, мы тогда модернизируем себе вот это вот все. На мешок не хватает еще. Ну давай, ладно, чего уж тут. Создали. Теперь создаем мешок. Мешок вешаем сюда и получаем еще линию. Ну и нормально, ладно. Так, значит, для того, чтобы делать воду, нам надо что? Ведро. Как я понимаю, да? А, вот заполнить морской водой. Понимаю. Так, надо бы какое освещение было бы сделать, да? Так, вот, наполнить, добавить морскую воду. Серьезно? Ладно. Шел, как говорится, третий день. Мы наливали воду как могли. Так, ну здесь надо лестницу тогда сделать. Так, и нам понадобится дофига ресурсов, да? Так, все, значит, это заполнили благополучно. Ведерко, это прекрасно. Значит, что нам предлагается? Нам предлагается рубить немерено леса, опять же. Других вариантов у нас нет. Так, а я факел никак не могу поставить, да? Никак. Так, ну этот топор значительно лучше рубит. Это очевидный факт. Так, нам надо какой-то осветительный прибор, наверное, изобразить. А что мы можем по этому поводу, кстати, сотворить-то? Стоячий факел. Ну, наверное, имеет смысл. Так, ну и где мы здесь будем рубить, тоже здесь еще один поставим, что? Ну, хоть так, хоть какое-то освещение, а что еще делать? Что где-то там есть маленький источник света, который светит нам и радует наш взгляд. Так, подожди, я хочу скушать вот это. Все, товарищ, поел, давай. Что-то как-то освещение-то не очень, если честно. Я-то надеялся на что-то более, знаешь, качественное. Потому что с таким освещением, знаешь, мы тут далеко не уедем, это очевидный факт. Продолжим наш нелегкий рубящий путь. Не, ну это прям лучше, сильно лучше. Сейчас быстренько вернемся на базу, что-нибудь построим здесь, очевидно. Сначала только надо нарубить миллионы тонн себе деревьев. Надеюсь, они восстанавливаются в этой версии. Иначе меня могут ждать серьезные проблемы. Так, ну давай, с факелом оно ищется-то получше будет. Так, ну вроде лес набрали немножечко, значит, ставим тогда с водой. Докинем немножечко деревесинки сюда. Так, здесь нам пока жарить-то нечего, поэтому давай смотреть, что мы можем построить еще. Просто костер. Можем поставить в ней светлее и имеет больше радиус освещения. Ага. То есть факел это так себе. Подвесной фонарь. Ну давай, если оно хоть нормально более-менее светит, то это то, что нам надо очень сильно. Давай вот сюда и поставим. Ну, знаете что, не сказал бы я, что оно прям сильно куда-то далеко светит. Так, нам бы надо сделать ящик себе для начала, да? Вот на кровать нам не хватает мозгов, в первую очередь, потому что надо было изначально это сделать, да? Но уже, как говорится, поздняк метаться. Так, а значит, с ящиками. С ящиками дела интереснее у нас стоят. Давай пока, наверное, поставим ящик здесь. Да и хорош, в общем-то. Пока мы здесь больше ничего построить-то и не можем, если что. Надо исследовательский стол бахнуть, а для этого надо под водой поплавать. А это, как вы понимаете, в ночное время делать не то, чтобы в кайф. Значит, не хватает железа, не хватает очень много дерева. Ну, как вы понимаете, очень много дерева нам есть где взять пока что. Погнали. Начинается рассвет.
А это, друзья мои, значит, что мы отправимся в веселые и радостные приключения вокруг нашего острова для того, чтобы искать то, что нам надо. А надо нам довольно много, будем откровенны. Значит так, ведро пока оставим. Это тоже, наверное, сюда все. Тоже все перекинем. Так, а на какую у нас клавишу, собственно говоря, все перебрасывать? Вот это вот вопрос. Так, немножечко дерева я нарубил для того, чтобы в дальнейшем не испытывать этих проблем. Так, и у нас кое-какие есть вещички. Так, нам надо бы, наверное, сделать себе копье, я думаю. Для начала. Молот прекрасно. Это бы вот, конечно, тоже бы нам не помешало. Так, нам надо вот это и вот это. Понимаю. Значит, надо больше веревки, надо больше ткани. Значит, за тканью мы сейчас будем лазить. Значит, у нас копье. Создаем копье. Копье у нас вот, значит. Так, еда, значит, есть. Воды совсем немного. Но у нас же здесь накипятилась вода. Так что мы, в принципе, можем и попить. А вот поесть нам пока нечего. Слушай, может быть, краба отловим, а? Как вариант. Где он тут ползал? С другой стороны, у нас здесь пара грибов, конечно, растет. Но где-то крабы бегали, я точно их видел. Ладно, отправимся, наверное... Ну, на пляже крабов тоже нет. Крабы что-то почуяли. Интересно, что они почуяли. Ладно, у нас пока есть консервы. Так что мы пока попользуемся, наверное, ими. Не знаю, надолго ли этого хватит нам. Значит, что мы еще можем скрафтить себе по-быстрому? Так, судя по звуку, на нас атака производится. А, вот они. Ловите, голубцы! Слушай, они залезают теперь. Это сильно опасно. Это может быть сильно опасно. Они, конечно, принесли там то, что надо нам, но... Вот это как бы уже проблемка. Ребята шустрые, ребята прыгают, ребята опасные. Будем знать о их наличии. Хорошо я копье сделал. Сейчас копье бы не сделал. И что бы делали мы с ними? Весело бы бегали, пока я пытался найти, чем бы их пнуть. Нам бы ласты сделать. Ласты, насколько я помню, делались из рыб. Надо сейчас этих рыб будет поискать вокруг. Где-то же они, по-моему, совсем недалеко жили от нас. От стартовой локации, насколько я помню, да? Где-то совсем рядом. Так, ну вряд ли такую рыбу мы отловим, наверное, нет. Ну, здесь необходимые кучи, скорее всего, сейчас железо здесь наберем. Ну, да здесь довольно много чего есть. Да, металлолом один сплошной. Так, зря. Это вот было зря. Сейчас здоровье потеряем. Нет, повезло. Так, как по нагрузке? Пока ни о чем. Так, здесь есть и менее глубокие залежи железа. Сейчас надо будет попробовать какую-нибудь печку или что-нибудь в этом духе построить. Так, на ткань у нас может быть только из этого. Вон в здании сейчас мебель какую-нибудь порубим. Так, поближе подплывем. Давай сначала с железом разберемся. Так, ничего хорошего здесь больше нет. Ну, ласты сейчас были бы очень, конечно, к месту. Немножечко ускорили бы наш процесс передвижения. Ну вот в доме, надеюсь, мебель есть все-таки. Ну или хотя бы в этом, или он в следующем. Так, место все еще есть. Так, кто там плавает? Хороший дом такой. Симпатичный.
как я понимаю, мы здесь наберем только железо. А здесь раньше были, по-моему, ящики, если мне память не изменяет. А, вот, смотри-ка. Ну вот ткани мы здесь не получили вообще ни одного. Так. Там вроде бы еще два этажа. Но нам маленько дыхалки не хватает, чтобы туда занырнуть. А, нет, этаж-то один. Немножко железа. Ну и, в общем-то, все. Так, а мы это переработать никак не в состоянии, да? Ну вот, компонентов чуть-чуть, правда, нужны они нам тоже еще. Так, ну он шкаф есть, по крайней мере, ладно. Пока что-то морских обитателей я не вижу никаких. Раньше они прям рядом же были. Видимо, теперь немножечко по-другому будет вся история складываться. Хорошо, что проект потихонечку развивается. Друзья мои, не забывайте прожимать лайки, подписываться на канал, делиться ссылками на летсплеи канала Crabble and Games в своих социальных сетях. И огромнейшее спасибо тем, кто поддерживает канал через The National Earth и на Boosty, друзья мои. Благодаря вам канал продолжает свое существование. Огромнейшее вам всем спасибо. Так что, друзья мои, не забывайте оставлять комментарии, стоит ли продолжать, интересна ли вам вообще эта игра. Ну нет, с таким количеством дерева мы далеко не уедем. Так, дом достаточно глубоко, что там еще у нас есть? Парочка машин. А у нас кармашки еще даже наполовину не заполнены. Вот, ух ты. Вот это там городок многоэтажный. Вот туда, наверное, придется плыть. Судя по всему, туда придется плыть. Так, в плите может быть немножко еды. А вот здесь может быть как раз ткань, которая нам нужна. Так и есть. Тут единственное, вот ящичков тех прикольных, где много-много чего лежало. Больше я что-то не вижу пока здесь. Но вот тот городок прям привлекает мое внимание. Так, это у нас как раз компоненты. Немножко дерева. Да, ящичков не вижу. Совсем не попадаются. А были парочку. Но, видимо, теперь с лутом дела немножечко по-другому обстоят. Так, ну остров мы практически оплыли уже, если что. Пока металлолом наш лучший друг. Ну, город там очень приличный, глубоковато единственное. Так, вон, по-моему, что-то лежит, какой-то ящик. Сейчас к нему подплывем. Так, здесь еще две машины у нас. Ничего-нибудь еще. Так, персонаж маленько проголодался. Надо бы, наверное, каких-нибудь крабов все-таки вылавливать, я думаю, начать. Это единая была структура вообще. А, он там кто-то плавает. Сейчас пойдем посмотрим. Возможно, это те рыбы, которые нам нужны для ласт. Так. О! Ящичек теперь обозначается у нас пузырьками. Хорошо. Успеть бы всплыть здесь глубоко вообще очень. Ой-ой-ой. Все, пошло страдать здоровье, и скорость у него убывает довольно уверенно, я бы сказал.
Так, я от острова что-то уплыл далековато. Маленько глубоко для меня здесь. Здесь пару шкафов, так что нет, пожалуй, мы этим заниматься не будем, оставим их. Без ласт мне дыхалки не хватает уже, чтобы туда-обратно смотаться. Так, ладно, вроде деталей набрали, пойдем что-нибудь попробуем построить. Вот, чуть-чуть не хватает, надо прям вот мгновенно туда. Туда и оттуда. Так, где у нас копье? Как только появилось копье, исчезли крабы. Они такие, брат, мы тебя в курсе. Все, бежим. А, нет, вот он ты. Ну и отлично. Так, значит, мы тогда добавляем еду и добавляем немножко древесины. Вот две. Так, сейчас вроде должны поесть. Так, чертежик. Хорошо, стол можем сделать. Так, нам дали штаны. Все-таки штаны лучше, чем вот это вот что-то. Непонятное совершенно. Так, юбка это не нам. Значит, надо сделать себе еще один ящик. Это совершенно очевидно. Больше хранилищ, миру хранилища. Надо кровать себе сделать. Прям рядом их будем ставить. Так, и простую кровать где-нибудь вот здесь. Ее пока бахнем там. Поглядим куда-нибудь, может, переместимся. Так, с бочка, пилки, это нам все пока совершенно не надо. Значит, ящик мы можем сделать, но пока не будем. Значит так, нам надо стол исследования бахнуть. Ну, дерево у нас есть. Давай бахнем стол исследования. Стол исследования, наверное, я буду делать с этой стороны. С края вообще не стоит, конечно, это делать. Ну да ладно. Не то, чтобы меня это сильно беспокоит. Так, поехали смотреть. Станция накачивания воздуха. Слушай... Так, простая лодка двигается веслами, имеет 10 слотов. Давай, это нам надо исследовать. Металлический топор пока, наверное, нет. А вот это мы можем точно бахнуть. Копье из металлического лома. Да. Так, шлем однозначно. Удочка, как мы без нее жили все эти годы. Так, бинт по-любому берем. Так, нам нужна веревка для того, чтобы теперь все это произвести. По-хорошему-то. Так, копье. Три компонента надо. У нас, по-моему, они были. Компоненты у нас пока что имеются. Значит, что? Мы тогда модернизируем свое копье и делаем его уже мощным и элитным. Вот это мне нравится, что старое нигде не валяется, а ты такой, хопа, я все модернизировал. Это прям прекрасно. Этот подход мне нравится. Так, с ластами, значит, удочка у нас есть, черви у нас есть. По-хорошему, мы можем ловить рыбу. Давай создадим удочку. И где у нас были червяки, давай-ка мы половим что-нибудь, попробуем. Он червяка кинул, я надеюсь. Ага, офигительные мини-игры. Погнали еще, мне нравится. Это персонаж у нас не кормлен, но сейчас уже такой кикье, еда. Чудо мини-игры. Давай, давай, рыбка, давай, выходи, я хочу еще раз. Ах, ты ж промахнулся. Ладно, что страшного. Попробуем еще раз, червяки у нас еще есть. Поторопился, поторопился. Я такой, боже мой, жмем. Нажал на свою голову. Давай, родненький, давай. Нам плавать надо, ты соберись. Так, красный... окей. Так, значит, взять еду и давай, наверное, положим... Я думаю, вот это вот. Вот это, пожалуйста. Так, а краба мы съедим. Жареный краб. Пользовать. Давай. Ну, не такой он клевый, как мне показалось, поэтому мы будем, наверное, докушаем клубничкой, короче. А, рыбка не дожарилась, ты посмотри на нее. Печаль, беда.
Так, с водой у нас что? С водой пока все хорошо. Так, с водой все пока отлично. Лес у нас стакается до 30 с лишним. Так, за... здесь по двадцатке. Ну да ладно. Двадцатка так двадцатка. Так, кстати, подожди-ка. Я что-то хотел же еще построить. Лук со стрелами мне бы офигенно пригодились бы, если честно. Так-то, если что. Плюс я могу построить грибная лодка. Ну давай. А что, мы без грибной лодки будем? Как мы будем грести без грибной лодки? Все. Катамаранчик себе сделали. Удочку замутили. Рыбок наловили. Вообще отлично. Да что-то пожарили на свою голову. Так, что еще? У нас ткани есть. Теперь мы можем веревку сделать. А если мы можем сделать веревку, мы лук можем сделать. А что нас, в общем-то, останавливает? Так, научно-технический прогресс нас пока не останавливает. Ибо мы с ним не дружим. Так, подожди, не в этой крафтительте. Вот тут надо крафтить. Так, с ластами пока тяжело у нас дела обстоят. Значит, кирка. Ну давай сделаем, пока есть ресурсы. Молот для ремонта нам пока не нужен. Ручной изго... ну пока, наверное, нет, потому что, ну, дорого. Так, куртку. А, кожаная броня мы пока не в состоянии. А, ты посмотри, здесь последовательно теперь. Угу, понимаю. Так, давай две веревки, наверное, бахнем для начала. И пойдем посмотрим, что тут можем вообще исследовать. За две веревки-то. Так, здесь нужна резина. Резины пока нет у нас, да? И тогда мы станцию сможем себе. Так, мы можем сделать металлический. Ну, скорее всего, металлический нам ничего не даст, да? Бутылка воды, два стекла нужны. Слушай, ну это все есть. Ну или было. Так, значит, два стекла. Ну и металл у нас, два стекла, три кожи и больше ничего нету, да? Чаль, беда. Так, ну ладно, давай бутылку исследуем, пусть будет. Компоненты крафтить пока точно не будем. Значит, вот здесь хилка, две водоросли надо, понимаю. Так, с резиной чего? Как дела с резиной? Резина одна, к сожалению. Ну, толку от нее никакого. Так, давай лук сделаем тогда. Создаем лук, создаем немножко стрел себе. Ну, пока хватит, я думаю. Пока, наверное, хватит нам этого дела. Так, черви, это пока все прекрасно. Это нам пока не надо. Это тоже пока не надо. Тоже пока не надо. Тоже пока не надо. Так, вкусная рыбка, а грибочек пускай здесь лежит. Отдыхает. Так, это нам тоже не нужно. Так, ну что, у нас плавненько уже наступает второй день. Мы такие, боже мой, время только пошло, а уже, как говорится, пришло. Такой вот, такая вот история. У нас тут уже быстренько наступает ночь, слушай, а? Так, ладно, лук в зубы на всякий случай. Так, ну все. Да, скорость перемещения, конечно, аховая, но что ж поделаешь. Так, вот здесь у нас обнаружено новое место. А это не акулы. Это акула. Ну и ладно. Так, сохранимся. На всякий случай. Так, одна шкура акулы, значит, акулу мы приняли. Единственное, чуть хп не закончилось благополучно у нас все. И с этим есть, короче, свои эти нюансы. Так, а оно у нас не лечит. А, он только... то есть попадалово. Вот это мы крупно вляпались, будем откровенно. Так, ну давай поедим. Оно здоровье немножко прибавит нам, ладно. Без ласт будет тяжеловато, будем откровенно. Так, и у нас здесь ночь уже. Так, грузовичок. В грузовичках обычно было что-то полезное. Так, бензин для лодки, материалы, 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 материалы. Опять бензин. Так, ну здесь от поверхности вроде бы не очень далеко. Поэтому можно не сильно париться.
Опа, мы замерзать начинаем под водой. Давайтесь возле огня. Так, вот это мне надо. Все. Быстренько покидаем, к сожалению, место. У нас здесь начинается серьезный колотун. Так, значит, все. Достаем факел и поплыли-ка домой. Поворачиваемся, мне кажется, стало сильно хуже. Сейчас посмотрим, что мы можем еще изучить и скрафтить. Мы набрали немножко ткани. Ткань нам была нужна, насколько я помню, для крафта всего вышеперечисленного. Такс. А, видимо, огонь имеется в виду. Так, спать. Давай. Слушай, ну вот это сильно улучшает нашу ситуацию. Возможность спать — это прекрасная история. Единственное, здоровье, конечно, никакое у нас. Так, давай-ка рыбку съедим сразу же. Вот, рыбку съели. Прекрасно. Значит, сюда, значит, взять еду и добавить еду сразу же автоматически. Так, рыбку съедим. Нормалечек. Так, факел скоро закончится, к сожалению. Это может быть некоторые сложности нам добавят. Так, ну что-то приготовил сегодня, нет? Погнали. Нам вроде бы эти товарищи не пришли в этот раз. Ну и ладно. А, научно-техническая деятельность, я забыл. Значит, нам нужна резина для того, чтобы мы сделали важное открытие наше. Также мы должны что-то явно построить. Какое-то что-то производственное. Исследовательский стол пока мы можем произвести, но он нам ничего не дает. Так, здесь у нас тупо складирование идет, слушай. А где у нас производство тут все? Там верстак или что-нибудь в этом духе. Пока нам только доступен исследовательский стол. Больше ничего не доступно. Так, а до второго? Понятно, тут надо огромное количество резины. Мы так просто здесь, как говорится, не протолкнемся. Значит, металлический топор. Явно слитки надо. Здесь вот нужна резина. Такс. Ладно, где может быть резина у нас? Резина может быть в транспорте. Какие-нибудь большие машины, в них частенько попадается что-то необычное. Так, вон, по-моему, грузовик валяется. Или что-то такое большое. Я все ближе вот к этому замечательному острову и чувствую, надо туда, наверное, ломануться для начала. Да, это грузовик. Не показалось. Вот здесь может быть резина, кстати. Кстати, вот и резина, да? Но резины нам мало. Исследовать-то мы исследуем, потом построить же надо будет. На это тоже надо будут ресурсы где-то нарыть. Надо искать покрышки срочно. Так, а здесь нет ничего такого. Так, стиральная машина. Стиральная машина равно ткань. Это прекрасно, это нам надо. Так, там вон какая-то полка непонятная. Но здесь вообще относительно не глубоко, поэтому здесь, наверное, просто все будет. Поискать здесь где чего. Так, ну это все еще железо. Оно нам, конечно, пригодится, но скорее не сейчас. Нам бы вот покрышки бы найти где-нибудь. Ну, сейчас в этом цеху посмотрим. Может, чего и есть вдруг неожиданно. Нет, тут железо и механические детали в основном. А резины не будет, да? Но он автомобиль стоит, опа. Сейчас быстренько подышим и вперед. Покрышечки, где же вы? Дайте, пожалуйста, нам надо резины, еще этому прилично понадобится. Так, ну вот одну резину нам выдали, хорошо.
Так, в помойном ящике сейчас пороемся, посмотрим, может, что там есть. Прикинемся енотом. А можно немножечко вкусного? Так, нам какие-то наручни дали, все какая-никакая броня. Так, на руки, хорошо. Нам футболочку бы какую-нибудь. Бедный персонаж мерзнет. Надо его во что-нибудь укутать. Шубку там ему приобрести. Какой-нибудь комбинезончик. Теплый желательно. Так, ну там есть труба. Я помню, в трубе что-то прикольное было. Но, опять же, с нашим запасом кислорода и без ласт мы туда, в общем-то, не достанем пока что. Так. Скрипки и прочее, это все очень прикольно, но... Статуя рыбы. Славься, великая рыбка! Так, всплываем. О! Фургон вижу! В фургоне по-любому должно быть. Так, изучен новый чертеж. Гриль. Улучшенный гриль. Хорошо. Так, ну это ковер и скрипка, это, конечно, да. Сейчас мы неожиданно в скрипаче как заделаемся, как начнем скрипачить. Неожиданно, внезапно. Давай, родненький, давай. Еще немножечко резины нам бы очень бы не помешало. Короче, в грузовиках самый кайф. В грузовиках очень много резины, хорошо. Так, вот там я что-то вижу по... А, грузовик! Так, и какой-то ящичек. Что тут в ящичке у нас? А что так слабенько? Прям общее негодование наблюдается у меня. Ладно, добудем пока из грузовиков, там посмотрим, что куда. Резину, пожалуйста, дяденька, дайте резины. Такие, нет тебе никакой резины. Обойдешься так. А мы ж не обойдемся. В чем проблема-то? Вообще ничего. Пахнет... Опа. Пахнет проблемой, потому что я кислород не подышал как следует. Ну, как бы резины всего 5. Это, ну, такое себе. Резины всего 5. Ничего нету. Ничего нету. Ну, так и быть. Железо заберем для начала. Так, он еще ящик, и вроде бы все. Сейчас надо будет вернуться. И все-таки попробовать вот баллон. Если мы сейчас сделаем систему с запасом воздуха, ситуация наша станет чуточку получше. Мы сможем хоть более-менее куда-то глубоко довольно нырять. Так, что-то в окошко я не смог протиснуться. И тут, кстати, тоже. На удивление. Так, ну здесь пару кучек осталось. В общем-то, больше ничего. А, вон там многоярусность какая-то непонятная. Раньше рыб... Тут просто валялась пачками. Сейчас вот попробуй кожу найди еще. Думаю, я это делаю очень зря. Хотя... Кто знает. Ой, сколько здесь всего-то, ё-моё. Коктейли Молотова, патроны. Мы потонем, к сожалению. Ой, до поверхности далековато. Сейчас всё хп оставим. Поторопился я, сильно поторопился.
Сейчас лут весь пропадет, но не стоит сюда вообще нырять было. Не готовым, а я был сильно не готов. Ну, она хоть немножко железо приперла, там патроны потерял, много чего потерял. Не будем о грустном. Так, нашли шлем. Еще по мелочи. Так, я так с факелом буду стоять, я так понимаю. Это моя теперь это, жизненная позиция. Что вы делаете? Стоим с факелом просто. Так, а никакой разницы в этих сундуках нет, да? 24 слот хранения. Да, то есть лучше по 18, но много. И железные абсолютно такие же, то есть никакой разницы нет. Так, ну ладно, мы немножко приперли резины, это неплохо, да? В общем и целом. Так, скрипка нам, конечно, нужна, как вот, не знаю, пятая нога. Собаки. Такс. Пробуем, короче, туда же сгонять, посмотреть, что у нас там, может быть, что-то осталось. Слушай, ну что-то плавать начало это сильно хуже на самом деле. Оно прям не поворачивает вообще. Прям на удивление развернуть это прям теперь целая программа. Такое ощущение, что я не на маленькой лодочке плаваю, а на линкоре. Да. Так, ладно, пока оставим это здесь. А тут очень много всякого интересного. Ой, у нас выносливости нет вообще. Прикольно. Так, ну для этого надо, по-моему, банку, что ли, принять. Две даже. Ну, давай вот побольше. Бахнем немножечко банок. Так, ну попробуем. Там уж что-то осталось. Или пропало, тоже как вариант. Сейчас вот и узнаем. Тут, короче, цепляешься еще за все. За выступы. Это тоже проблемка. А, там таймер. Фига себе. Теперь, короче, таймер нас ждет. Понимаю. То есть потеряли мы далеко не все. Хорошо. Это радует. Так, выкручиваемся в поверхность срочно. И все равно не хватило, слушай, а? Ну, в общем и целом, мы все забрали, все, что осталось. Прикольно. Это, кстати, удачная идея с таймером, чтобы вот не пропадало ничего. А иначе как бы не прикольно маленько. Ты такой, боже мой, я там оставил лут. Система такая, ну оставил и оставил. Забыли. Ну, в домах я тут погляжу, пока ничего такого сильно симпатичного для меня нет. Так, вот где-то с первого этажа исходят пузырьки. Может, там что-то есть? Нет, к сожалению, только железо и пока больше ничего. Так, есть машина. Ну давай машину разберем, может еще немножечко получим отсюда резины. Не оправдалось. Здесь еще пара домов есть. Можно вплыть, посмотреть что да как.
Так, ну я здесь был. Там глубже грузовика нет, случаем? Ну я вон там, в наклонном еще не был. А так, в общем-то, все, что могли, мы, по ходу дела, здесь собрали. Там железо еще. Но меня больше скорее машины интересуют, нежели чем железо. Жалко вот эту рыбку нельзя отловить. Видимо, здесь охотиться можно только на что-то крупное. Но акула нам пол хп отъела, буквально с двух ударов. Поэтому боковать на акул, ну такая себе история. Явно не самое лучшее. Так что да, здесь практически взять нечего. И количество сундучков с ценным лутом довольно маленькое, будем откровенно, по сравнению с тем, что было. Сейчас его практически нет лута. Так, ну по-хорошему я здесь все забрал, кроме вот там не смотрел еще. Здесь какие-то ярусы непосредственно имеются. И вот этот какой-то большой ящик, что-то есть в нем? А, шкаф он стоит еще. Ничего нет. Удивительное рядом, как говорится. А рядом удивительное, да? Так, успеем забрать. Так. Тихо. Это что такое? Это маленько не то, что нам надо. Ну ладно, это все равно можно будет продать, если что. Так, вот здесь я еще не смотрел, чего где. Вот что-то интересное. Так, а это вообще бутафория. Приплыли. Ну, немножко железа, да и все. Так, но у нас опять намечается ночь. Что-то вот покрышки не попадаются. Так, это у нас компоненты. Берем. Так, и глубоководная машина у нас имеется. И все, больше ничего нету. Опять немножко компонентов, немножко резины. Так, ну и на нижних ярусах совсем ничего нет. Ладно, будем возвращаться. Там железо еще есть. Железо тоже можно ящики лепить. Но тем не менее, что такое? Модель поезда, телефон, зажигалка. Надо торговца найти будет. Вспомнить, где он здесь живет. А так, в избежание замерзания надо отчаливать домой. Других вариантов нет. Ну, наш остров надо флаг, кстати, будет еще установить, чтобы он отмечался, а то он у нас вон никак не отмечен вообще. Как остров, и больше ничего. Остров, на котором больше нет деревьев, давайте будем откровенны, да? Значит, здесь мы большую часть... А тут также теперь показывается, что мы там проверили. Значит, здесь я нашел чертеж. То есть мне написано, где я чертежи нашел. Хорошо. Это хорошая идея. Я так понимаю, что это пытается подталкивать разработчик к исследованию мира, да? Видимо, игроки забили на это соответствующий орган. Как обычно они это делают. Так, не надо нам что переименовывать. Обойдемся. Так, в сундуке у нас немножечко лежит всякого. Так, ну что, значит, у нас теперь хватает резины для того, чтобы мы пошли и начали заниматься исследовательской деятельностью резко. И мы такие, исследуем. Значит, броня это веревки, компоненты это понятно. А до следующего этапа, конечно, как до луны пешком. Особенно вот это печальное, вот это. Ну да ладно. На этом, друзья мои, на сегодня плавненько все.
Если вам понравилась эта игра, то, соответственно, пишите комментарии, друзья мои. Оставляйте свои лайчинские. Подписывайтесь на канал. Огромнейшее спасибо тем, кто, собственно говоря, смотрит, прожимает лайки, подписывается. Вот это вот все ниже перечисленное. Ну и, друзья мои, огромнейшее спасибо тем, кто поддерживает канал через Donation Alert и на Boosty, друзья мои. Благодаря этому канал продолжает свое существование. На этом, в принципе, все. Всем удачи, друзья мои. И увидимся в следующий раз. Всем удачи, всем пока. Парам-парам-пам.